Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На проект пришли двое новеньких участников. Это Искандер из Казани, ему 22 года. Пришел к Мэри Кулешовой. Девушку зовут Алия, она из города Салават. Ей 19 лет, пришла к Иосифу Оганесяну. Она даже готова набрать 20 кг веса, так как Еся любит полненьких. Покинули же проект Анастасия Конарева и Саида Бабаева. Саида спасла от ухода Марину Тристановну Абрамсон. Саида пишет: «Так будет лучше для меня. Мне сердце подсказывает, что мое время на проекте подошло к концу. Не хочу обманывать ни себя, ни других». Никита Шалюков начал ухаживать за Лерой Фрост. Лера дала ему понять, что не готова так быстро начинать новые отношения после измены Захара Соленко, но Никита готов ждать. Юлиана Богомолова из-за этого очень нервничала, психовала и истерила. Она обозвала Леру шалавой, когда увидела, как та переодевается в комнате Никиты. В больницу с многочисленными порезами попал Алексей Купин. А Майя Донцова времени даром не теряет, пока он находится в больнице. Она с девочками ездила в столицу Сейшел, Викторию, за свадебным платьем. Остров любви пришлось покинуть Вальтеру Соломенцеву. Олеся Лисовская осталась на Сейшелах. Олеся провела для своих подписчиков видеотрансляцию. Вот что она сказала: «Здесь ломают людей только так. 60 на 40 есть сценарий. Платят всем по-разному, кто самый дебил, тому платят больше. Но не каждый на это соглашается. Мне здесь не интересно. Здесь люди необразованные. Они никогда в жизни не поймут ни Вальтера, ни меня. Мы с ним разговариваем на особом, другом уровне. Нас тут ломают, заставляют говорить то, что мы не хотим. Я уже 2 недели хочу уйти с проекта, но меня не отпускают. Мы заложники этого образа». Саше Черно кажется, что у них с Иосифом начало-конца в отношениях. Он занят общественной жизнью и не обращает на нее внимания. На данный момент Иосиф помогает Роме Гриценко построить отношения с Машей Кахно. Он устраивает им романтики. Бывшие участники снимались для шоу «Клуб веселых дураков». Команда старичков победила и выиграла 50 тысяч рублей. Саша Артемова поделилась радостной новостью. Они с Кузиным приобрели двухкомнатную квартиру. Переехать в новое жилье ребята планируют уже в декабре, когда закончится ремонт. Также Артемова опровергает слухи о беременности. «Это неправда, живот я просто отъела», – пишет она. Распалась пара Вики Романец и Антона Гусева. Вика на эмоциях даже выкинула вещи Антона из их дома. «Разлад у нас произошел на финансовой почве», – рассказывает Романец журналистам. «У меня сдали нервы. Организацией всей свадьбы занималась я. Сейчас главная задача – это забрать деньги назад. Антон ни копейки не вложил в свадьбу». Гусев же утверждает, что это он инициатор разрыва. Он прочитал переписку Вики. В ней Вика неоднократно писала, что любви между ними нет. «Она меня унижала и оскорбляла», – говорит Гусев. «Я очень любил Вику, но она вытерла об меня ноги». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.